Сейчас мы идем на нудистский пляж, который называется Флюс, на Волончихинском водохранилище. Стесняется идет, а? Я не могу быстро идти, это какой-то движущий. Мы как бы это так, типа стороной проходим мимо, так, случайно. Цветочки. Сейчас тихонечко вот так вот по тропиночке. Писить. Не страшно никому в лесу ходить. Да это тоже. А когда люди, и у людей есть любопытство, они готовы преодолевать километры. Грибов нету. А народ едет и едет и едет. Куча машин. Вот наша ласточка стоит. Где? Ну да, кстати. Видишь? М? Вывеску видишь? Не видишь? Вот так вот по тропинке можно идти. Лесок, свежий воздух. Красота, да и только. Вот так вот, красота. Сегодня насыщенный такой день. Там побывали, там, сям. Ой. Вот табличка такая. Впереди. Ну. И там движуха такая. Я думал, там никого нету. А там что-то народу уже не один человек. Да? 300 с чем-то сообщений. Сердце забилось. Такое тук, тук, тук. Сейчас масса сказать, пошли отсюда. Скорее. Пошли отсюда. Ну что, у меня ребеночек хочет посмотреть. Мой ребенок хочет посмотреть пляж. Там даже есть палатка, вон стоит. Видишь? Ты никогда не была? Видишь? Вон. Основан. В 90-м году зона рекреации расположена. Вот это пляж.
Ой. Вот так вот. Вон кто-то на джипе прямо едет сюда. Я, блядь, запнулся.